Всем привет! Друзья, в этом видео я с вами поделюсь рецептом праздничной закуски. Эта закуска готовится легко и просто, получается очень красивой и очень вкусной. Я приготовлю рулетики из ветчины. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о такой закуске. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала приготовлю начинку. Вареные вкрутую яйца, сыр и чеснок нужно натереть на мелкой терке. Все нужно немножко посолить. Добавляю майонез и все перемешиваю. Сильно много майонеза не добавляйте. Нужно, чтобы начинка хорошо держала форму. Начинка готова. Вот такая она должна у вас получиться. Я ее пока отставляю. А сейчас приступаю к ветчине. Ветчину нужно нарезать на не сильно тонкие и не сильно толстые кусочки, чтобы из этих кусочков можно было сформировать рулет. Приступаю к оформлению закуски. Беру один кусочек ветчины, и на этот кусочек нужно выложить листья салата. Я вот так вот прикладываю, приблизительно вот таким вот образом здесь вот подрежу. Так, здесь также срежу и вот так вот выложу, чтобы ветчина была полностью покрыта салатом. Думаю, этого достаточно. И теперь по центру выкладываю небольшое количество начинки. Подворачиваю края и таким образом формирую рулет. Вот такой получается рулетик. Понадобится сыр сулугуни, который продается в косичках. Я использую копченый, вы также можете использовать обычную косичку сливочную. И теперь вот таким вот образом нужно замотать и завязать. Лишний сыр, который вот торчит, я его отрезаю ножничками. Мне это не очень нравится. Берем ложечку, поправляем начинку по краям. И таким вот образом я сформирую всю остальную закуску. Вот такие получатся чудесные рулетики. Рулетики из ветчины готовы! Из указанных ингредиентов у меня получилось 7 штучек. Вот такая получается красивая, оригинальная и очень вкусная закуска, которая украсит любой праздничный стол. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!